Чебоксарах уничтожили игровые автоматы и компьютеры, изъятые у организаторов игорного бизнеса. Видеоматериал предоставлен нашими коллегами из пресс-службы МВД. Приговорены к уничтожению. 6 игровых автоматов и 100 единиц компьютеров, изъятых у организаторов игорного бизнеса, попали под пресс по решению суда. Приговор привели в исполнение на территории одной из промышленных баз по Вурнарскому шоссе в Чебоксарах. Кстати, чаще всего подпольные казино и клубы выявляются именно в столице республики. Сотрудниками МВД по Чувашской республике выявлено 10 фактов незаконной организации и проведения азартных игр. Из них на территории города Чебоксары 5 фактов, Канаша – 3 факта, Батрево – 1 факт, поселка Кугеси – 1 факт. Только в этом году полицейские изъяли около 800 единиц игрового оборудования, в том числе свыше 600 игровых автоматов, 100 компьютеров и 12 покерных столов. Недавно сотрудники Управления экономической безопасности выявили целую сеть незаконных игровых заведений в Чувашии. Трое местных жителей организовали 4 клуба для проведения азартных игр. В отношении них возбуждено уголовное дело.